Белорусские машиностроители в течение уже многих лет в числе мировых лидеров в сфере машиностроения. Отечественные предприятия выпускают грузовую технику, карьерные самосвалы, автобусы, сельскохозяйственные машины. Всемирную известность приобрели бренды карьерных самосвалов «БелАЗ», тракторов «БелАРУС», грузовых автомобилей «МАЗ». Достойно представляют нашу страну за рубежом и комбайны «Полесье», «Гомсельмаша». От выпуска простых сельхозмашин до создания и массового производства зерновых и кормоуборочных комбайнов. Такой путь «Гомсельмаш» прошел, начиная с 1930 года. Сейчас предприятие в числе мировых ведущих производителей зерноуборочных комбайнов. Перелистывая страницы истории «Гомсельмаша», нередко встречаешь такие упоминания о событиях, в которых использовались следующие слова, как «первый», «впервые в стране», «впервые в мире». На данный момент предприятие выпускает модельные ряды разнообразной техники под брендом «Полесье». Это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. В целом за сутки завод изготавливает порядка 20 единиц комбайнов, а для сборки машин, выпускаемых на «Гомсельмаше», поставку своих комплектующих изделий осуществляют также и отечественные предприятия, в том числе Белорусский металлургический завод, шинный завод и другие. В создании сельхозмашин участвует и предприятие «Злин», которое входит в состав холдинга «Гомсельмаш». А более 80 лет назад все было иначе. Тогда завод выпускал оборудование для ручной кормозаготовки. Затем здесь наладили производство прицепной сельскохозяйственной техники для заготовки силоса. А в 1977 году выпустили первый в СССР самоходный кормоуборочный комбайн КСК-100. Потом на его базе создали универсальное энергетическое средство и комплект машин. Середина 90-х годов прошлого столетия считается непростым временем как для сельского хозяйства нашей страны, так и в частности для «Гомсельмаша». Но именно эта ситуация тогда и послужила толчком к развитию производства зерноуборочной техники и других направлений машиностроения, которые сейчас активно осваиваются «Гомсельмашем» и успешно продвигаются на рынке. После развала, будем так говорить, Советского Союза, в тяжелые были времена, это потеря рынков и так далее. И самое главное, что дефицит зерноуборочной техники, он привел, будем так говорить, сельское хозяйство в очень тяжелое положение. Руководством государства было принято решение поддержать инициативу «Гомсельмаша» об начале производства зерноуборочных машин в нашей республике. С этого момента началось, будем так говорить, бурное развитие предприятия именно в сторону создания и начала выпуска и расширения этого выпуска зерноуборочной техники. Сейчас «Гомсельмаш» выпускает машины, предназначенные для уборки зерновых культур – риса, сои, зерна и початков кукурузы, а также свеклы и картофелеуборочные машины. В числе новинок в комбайностроении предприятия – хлопкоуборочный комбайн. Сельхозмашины «Полесье» успешно работают в России, Украине, Казахстане, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Иране, Китае и других странах. Товаропроводящая сеть холдинга «Гомсельмаш» – это порядка 80 субъектов юридических лиц, а также наших филиалов. Филиал в Чехии, совместное предприятие – это бренд «Сельмаш» Российская Федерация, два совместных предприятия в Китайской Народной Республике. По 2016 году география поставок складывается из 31 стран. В перспективе, конечно, отрабатываются такие рынки Африки. Мощный конструкторский потенциал «Гомсельмаша» позволяет в ближайшей перспективе создавать новые модели выпускаемых машин, а также новые машины под конкретные сегменты рынка и завоевывать их. Таких успехов одно из крупнейших предприятий региона достигло, несомненно, благодаря труду всего коллектива. Кстати, сейчас в холдинге работает около 14 тысяч человек. Техника техникой, а технику создавали люди. Вот. Я хочу сказать, что за это время мы вырастили 4 героя социалистического труда. У нас династий очень много, которые больше 10 династий, которые на заводе проработали больше 100 лет. С стен «Гомсельмаша» вышло очень много руководителей, которые и в области, и в республике руководили, да и сегодняшнего дня руководят.